Шахматы не терпят суеты, говорит Галина Яндулова. Когда решаешь шахматные задачи, мозг активно работает. До сих пор идет спор. Шахматы – это искусство или спорт? Некоторые утверждают, что это нечто среднее между искусством и спортом. И они как бы залетают между небом и землей, как гроб Магомед. Я бы даже так сказала. Принято считать, что белые начинают и выигрывают, но спортсмены уверяют, это не так. Выйти на профессиональный уровень помогут тренировки, но в итоге побеждает тот, кому улыбнулась удача. Первенство среди мужчин проводится уже в 12-й раз, среди женщин – в 6-й. Многие из участников уже опытные мастера. Это не просто традиция, а вот наши постоянные участники, их много, они ждут это, вот, с удовольствием участвуют, потому что это игра не только ради того, чтобы выиграть. Это игра, которая позволяет общаться. Это игра, которая позволяет расширить круг своих связей, возможностей и так далее. Турниры проходят раз в год. В остальное время спортсмены усиленно тренируются, чтобы получить заветный кубок. Приз этот переходящий, но если кому-то удается завоевать его 3 раза подряд, награда остается у победителя. Марьяна Мирная, Григорий Плешаков. События.